Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев. И сегодня у нас будет максимально крутой видеоролик. Кто последний заговорит, получит $1000. Челлендж. У нас сегодня будут 3 участника, которые в течение 24 часов должны не проронить ни слова. И кто останется последний, заберет вот эту вот 1000. Баксов. Говорить, понятное дело, могу я. Если все ребята проговорятся, то я оставлю себе эту $1000. Ребят, сейчас, дам вам последнее слово. Можете высказаться, но после этого вы должны замолчать. На самом деле уже стрёмно говорить, Но я уверен, что я заберу всю сумму себе, потому что, я умею молчать. Вообще, я так-то парень скромный, поэтому все. Я сегодня буду молчать постоянно, потому что я всегда и так молчу, только там, за кадром. Я всегда так снимаю и молчу. Я надеюсь, что вы все в меня верите. Простите, ребятушки, за тот ролик с кипятком. У меня подгорело, бывает, да. Я, если что, в прошлом ролике Ивангая тоже молчал и выиграл вот эти 100 рублей. В общем, я подозреваю, что каждый из участников будет мухлевать. Но я обещаю лично за каждым проследить. И если, не дай бог, кто-то скажет, пикнет хоть слово, я сразу же того сдам Артему, чтобы Артем того выгнал и наказал. С детства я был как Моргенштерн, классным рэпером. У меня была такая цепка. И поэтому у меня был очень классный музыкальный звук, и он остался до сих пор, поэтому я буду слышать сквозь все стены каждого любой шепот. Я считаю, что никто не продержится, и я оставлю эту 1000 баксов себе. И также на протяжении всего ролика я им буду делать разные подлянки. Это ходит в условия. Все, игра начинается с этого момента. Кто скажет хотя бы одно слово, вылетает из игры. Сейчас все разбежались по этому огромному дому. И каждый хочет себе найти какое-то занятие, чтобы эти 24 часа беспроблемно прошли. И, ребят, пока все заняты своими делами, я вас искренне прошу подписаться на канал. С прошлого ролика подписалось 50 тысяч человек. Тебе несложно тыкнуть на эту красную кнопку. А мне максимально приятно. Но знай, если ты не подпишешься, я буду знать, что недостоин твоей подписки. Бруно всегда следует за поговоркой: когда я ем, я глух и нем. Я уверен, что он сейчас на кухне стоит и что-то уплетает за две щеки, чтобы не проговориться. Поэтому мы сейчас специально пойдем, чтобы вывести его из себя и чтобы он проронил хотя бы одно слово. Тихо, смотри, смотри, смотри. Давайте к нему подойдем. Че, Бруно, че делаешь? Окей, хорошо. Бруно правильно запомнил правила игры, что говорить ни в коем случае нельзя. Что, Бруно, ты действительно думаешь, что, еда тебя спасет, да? Твоя тактика заключается в том, чтобы... И думаешь, что выиграешь 1000 баксов. И ты уверен, что с такой тактикой одержишь победу. Бруно, хочешь доесть? Бруно, давай так, я отдам тебе это пирожное, но если ты попросишь. Тогда... Бруно, тебе всего лишь надо было попросить. Бруно молодец. Я, если честно, думаю, что он сразу вылетит, потому что он обожает кушать и максимально не любит, когда кто-то трогает его еду. Поэтому ты неплохо справился. Ребята, пока, Бруно там негодует по поводу своего пирожного, давайте пойдем к другому участнику. И, ребята, чтобы подловить участников, когда они будут говорить, нужно к ним не подходить, а выслеживать. Чтобы они не знали, что я за ними наблюдаю. Я вроде бы видел Якубовича и Савика в игровой комнате. Поэтому давай сейчас ты зайдешь и снимай. Я буду стоять под дверью и все слушать, если что. Окей. Все, пойдем. Да, не в той комнате. Заходи. Все, пиши. Все, смотри, если там кто-то заговорит, сразу меня предупреди. Я, если что, буду стоять под дверью, окей? Так, ребята, я вижу, что Савик играет в куклы. А Якубович решил в шахматы поиграть. Паш, можешь, пожалуйста, в долг дать 50 рублей? Мне тут на проезд просто не хватает. Я не знаю, я попросил другого.
конечно же, не дал. Ребята, я уколол. Кажется, Сафик что-то сказал. Так, а кто это у нас там говорил? Так, ребят, я слышал, что кто-то из вас, а точнее Сафик, разговаривал. Кто из вас все-таки говорил? Потому что я слышал, что это был Сафик. Кубович, это был Сафик? Ты нарисовал телефон. Что телефон? Что? Это не ты говорил? А кто? Это было голосовое сообщение от Юковича. Привет, Паш. Можешь, пожалуйста, в долг дать 50 рублей? Мне тут на проезд просто не хватает. Якубович! Якубович, ну зачем ты такие подлянки делаешь? Мы же договорились честно играть. Пообещай больше так не делать. Иначе ты из игры вылетаешь. Окей? Куда ты пошел-то, а? Как этот тупица смог все быстро объяснить и не спалиться? Надо будет удалить эту запись. Уже с начала ролика прошло 3 часа. Все участники занимаются своими делами. Вот, Якубович вообще куда-то убежал после того, как я, ну, подловил его, как он Сафика хотел поставить. Это хорошо, что Сафик голова работает, и он мне смог без каких-либо слов объяснить, что произошло. Вот, и я видел, в какую дверь зашел Якубович, и нужно посмотреть, чем он занимается. Потому что у меня для него есть кое-какое наказание из-за того, что он хотел подставить Сафика. Сейчас посмотрим, чем он там занимается. Теперь понятно, как он решил выиграть это соревнование. Ребята, Якубович в наушниках, и он, ну, не слышит. Поэтому я смогу к нему беспалевно подойти. Как я понял, его тактика заключается в том, чтобы все эти 24 часа, видимо, проиграть в компьютерные игры War Thunder. И вообще, чтобы его ничего не отвлекало, он был в наушниках, и он может спокойно играть, молчать, и никто его не потревожит. Но челленджи не должны просто так выполняться. Вот поэтому у меня для него кое-что есть. Вы бы знали, как эта штука сильно гудит. Я один раз этим пронканул Бруно, так он потом, наверное, день целый у него в ушах был гудёж. Поэтому пойдемте к нему. Я уверен, что после того, как я нажму на эту кнопку, Якубович точно проронит хотя бы одно слово. Пойдем, только тихо. Ты вообще, что ли, меня не услышал? Как? Ребята, вы видели, какой дым оттуда пошел? Она даже сломалась. Ты вообще не испугался? Якубович, смотри, ты с Сафиком нечестно поступил. Ты согласен? Ну, тебе стыдно. Окей, тогда сейчас я придумал для тебя наказание. Давай так, я заранее подготовил женскую косметику и вот этот вот парик. Ты можешь в любой момент сказать: не делай это, и я не буду. Но тогда ты проиграешь. Либо ты можешь все стерпеть и пройти дальше в этом челлендже. Ну, я не понимаю, я так не понимаю. Смотри, либо ты сейчас говоришь, что не хочешь этого делать, либо я тебя накрашу и позорищем будешь, получается. Так, давай. Не двигайся. Я тебя не докрасил. Сядь сюда. Ты можешь в любой момент отказаться. Нет? Вот. Ты в любой момент можешь отказаться. Вот. Нет? Ни в какую? Тогда ты, наверное, в этом будешь ходить до конца игры. Вот. Слушай, ну тебе идет. Ты вообще все мы будешь вытерпеть. Я понимаю, что ты хотел пройти этот челлендж без каких-либо проблем. Но всем участникам я подготовил подлянки. Поставьте лайк, потому что я, если честно, думал, что Якубович точно сдастся. А он прям, ну, вытерпел все мои приколы. Но я вот не представляю, как он так целый день ходить будет. Пойдемте к другим участникам. Mm-hmm.
Все участники куда-то подевались. Дом просто огромный, и я никого, не могу найти. Так, давайте посмотрим. Так, никого нету. Так, побежали в другое. Я найду каждого. Давно не видел Бруно с начала игры. И мне интересно, куда он подевался-то? Посмотрите на него. Ему нету смысла разговаривать, потому что речь просто отняло от захватывающего геймплея War Thunder. War Thunder — масштабный военный онлайн-экшен. В одном бою участвуют танки, самолеты и вертолеты России, США, стран Европы и Азии. Миллионы игроков по всей земле уже сражаются у War Thunder. Присоединяйся к битве и ты. Наземная техника бьется за контроль над стратегическими точками. Вертолеты утюжат танки ракетными залпами. Самолеты атакуют с воздуха огнем крупнокалиберным пулеметом. А бомбардировщики превращают все, что осталось, в пепел. War Thunder более 1700 единиц военной техники со времен Второй мировой и до современности. Скачивай War Thunder по первой ссылке в описании и получай крутые бонусы для легких побед. Кстати, ребят, мы не были в подвале, потому что там много что есть, там и барабан, и так далее, там по-любому кто-то сидит. Так. Сафик, кажись, уснул. У меня, кстати, план есть. Не просто так, видимо, я нашел эти наручники. Сейчас я постараюсь максимально напугать Сафика, чтобы он проснулся, испугался и закричал. Давайте проверим, крепко ли он спит. Ребят, в полном вообще трупе. Сейчас, ребята, я его унесу на улицу, чтобы Сафик подумал, чтобы его похитили. Максимально испугался и начал звать на помощь. Ну а когда будет звать на помощь, у него, он по-любому будет разговаривать, а не мычать. Мама. Давай пойдем. Бегом. Так, ребята, все, мы пришли в лес. Сейчас я Сафика здесь брошу. Когда он проснется, он точно перебукается и заговорит. Так, давайте. Все, ребята, а ты снимай все, пиши, чтобы было доказательство, что он проговорился. Все, я побежал. Ё-моё! Это что? Помогите, ребята, я забрался! Ё-моё! Ребята, что это такое, блин? Это что произошло? Где я? Мне надо найти Артема. Пашка, ты так сделал, что это такое? Как это снять? Где? Что тут? Ключ какой-то? Что мне делать? Ребята, надо найти Артема срочно. Он должен мне помочь. Блин, я весь мокрый, так замерз. Артем! Где он? Блин, ребята, мне надо хоть кого-нибудь найти. Кажется, я слышу Сафика. Он заговорил. Артем! Я что делаю? Я не знаю, меня Пашка похитил. Почему Пашка-то? Якубович, это он, по-любому, тут больше некому. Я буду с тобой честен, вот, это не Якубович. Да в смысле, не Якубович, а кто? Это была моя подлянка. Я просто увидел, как ты уснул и решил тебя немножко напугать, чтобы ты проговорился. Да как немножко? Это не немножко, это множко. У меня вся спина мокрая, все мокрое. Вообще, я намочился под этим водопадом из трубы. У меня наручники, все руки уже в мозолях. Я не знаю, сними только эти наручники, пожалуйста. Я не могу уже в них сидеть. Ё-моё. Давай, я сниму. Все, вот. Ты не бойся, я сидел около окошка, ребят, и контролировал. Чтобы там Сафика собака какая-нибудь не погрызла. Вот, я все видел. Я и подумать не мог, что Сафик первый вылетит из игры. Я, конечно, извинюсь потом перед ним, что так сильно его напугал, но у меня есть идея. Я уверен, что Сафик не согласится, но я ему предложу небольшой подкуп, чтобы он, подставил других участников. Потому что ни Бруно, ни Якубович
еще не знает, что Сафик проговорился. Он когда бегал и кричал, они вообще были в другой комнате, вот. Ребята, ну я не знал, что я проиграю первым. Я вообще такого не ожидал поворота событий. Я думал, подлянки будут лайтовые. Но таких я вообще никогда. И меня никогда никто в наручники не заковывал. Это страх, плюс еще эта труба с водой. Это канализация, наверное. Я не знаю, что это такое. Темнотища, деревья, лес. Я не знаю, как вообще так можно было поступить со мной, но... Ну, я проиграл. Сафик, ты тут? Да, Артём, я тут. Слушай, у меня есть к тебе одно предложение. Что за предложение? Давай с тобой договоримся. Вот, я тебе дам 10% от 1000 баксов, вот, а ты подставишь ребят. Как тебе такой уговор? Что? Какие подставишь ребят? Что это смешно. Зачем кого-то подставлять? Не, ну ты подумай, вот, потому что ты уже выбыл, но они об этом не знают. Вот, если все проиграют, то никто не получит 1000 баксов. Но тебе я могу дать небольшое вознаграждение. Какое вознаграждение? Что ты собираешься делать с ребятами? Ты как-нибудь заставишь говорить Бруно и Якубовича, а я тебе дам 100 баксов. 100 баксов? Это 10% от 1000 долларов? Давай 1000 долларов. Не, ну 1000 баксов это весь выигрыш. Давай 200 долларов. Давай... Это, ну, там, побольше, 170. Окей, давай даже 200 баксов, и ты мне поможешь, окей? Окей, 190 и договорились. Окей, давай, по рукам. Ребята думают, что ты все еще в игре. Вот. Понял. Вот, и поэтому сделай так, чтобы кто-нибудь из них проговорился. Хорошо. Я удивлен, что Сафик, ну, согласился, но посмотрим, как он поступит. Честно или нет? Мне кажется, что у Сафика, ну, чистое сердце, вот, и он по-любому не сможет подставить ребят. У меня есть коварный план. Как сделать так, чтобы они проговорились? В общем, Якубовича я не знаю, как пока что разломать, но Вильяма Бруно, у него, ну, где-то валяется ноутбук, они вроде в гостиной там сидят, какой-то фигней занимаются. Я, в общем, у Бруно возьму ноутбук, зайду на его канал, и там кнопка удалить. Вот я им покажу, что я удаляю. И, короче, он сразу проговорится, чтобы не удалять, потому что канал для него святое. Так, ребята, я вижу, Сафик к ним уже подошел. Мне кажется, все-таки, ну, он очень совестливый человек, он не сможет так поступить. Но сейчас посмотрим. Бруно, я сейчас твой канал удалю. Стой, не двигайся. Сейчас одна кнопка и все, и нет канала. Он невозвращаемый вообще-то, ну ты сам знаешь. Сейчас я удалю этот канал, мне Артем сказал, что меня в долю возьмет. Бруно, скажи что-нибудь, я не буду удалять этот канал твой. Ребята, я не могу это нажать. Все, я не могу. Вот я просто не могу нажать эту кнопку никак. У меня я не хочу ее нажимать. Ребята, я соблазнился этой суммой. Мне Артем пообещал 180 долларов. Но я не могу это сделать, потому что Бруно мой лучший друг. Я не знаю, как вообще мне совесть позволила вот это вот согласиться и руку ему пожать. Прости, Бруно, пожалуйста. Вот, ребята, видите? Я же сказал, что Сафик не будет так подло поступать. Это была проверка на дружбу. Теперь я знаю, что дружба у них держится. Уверен, что игра будет честна, и ни один из участников друг друга не подставит. Давайте пойдем посмотрим, чем занимается Бруно. Ты что делаешь, Бруно, ё-моё? Бруно, да ты чё, да ты чё, ты чем занимаешься, блин? Ребята, чё, Бруно, чем он занимается? Ребята, он что-то пишет. Скучно? Знаешь, ты хоть и не можешь разговаривать, но War Thunder тебе никто играть не запрещал. Да, поэтому прямо сейчас давай сыграем
каточку. Нифига ты там летишь, Бруно. Сумасшедшая скорость. Ховер Х5. Давай за ним. Так, 2 километра. Так, все, начинай зажимать. Так, давай, стреляй, Бруно. Ну, попадание. Бруно, ты уже горишь, аккуратно. У меня кончились патроны. Помощь в уничтожении противника. Да, блин. Давай найдем следующего противника. Так, о, я мертвую петлю сделал. Ты видел вообще? Давай, ховер Х5, Бруно. Давай, 300 метров всего. Так, разворачивайся за ним, Бруно, давай за мной. Зажимай в точку, не прям в самолет, а в точку рядом с ним, помнишь? Да, блин. Самолет сбил. Скорость 670 километров в час. Да, неплохо я прокачал свой самолет. Давай, давай, критическое повреждение. Ну, только у меня. Бруно, третий килл. Да, миссия выполнена. И, ребят, если хотите так же, то скачивайте War Thunder по первой ссылочке в описании. Игра просто пушка. После случая с Сафиком, вот, не могу Якубовича найти и Бруно. Вообще нету никаких подозрений. А, вон они, по-моему. Это что это вы придумали? Вы себе что, решили заклеить рот, чтобы точно не приговориться при любых обстоятельствах? Но знаете что? Вы не учли одного. Если изоленту оторвать, это безумно больно. И по-любому кто-то из вас что-то скажет. Поэтому давайте я сейчас оторву вдвоем одновременно. И кто проговорится, тот вылетает из игры. Готовы? Так, давайте на раз, два, три. Готовы? Раз, два. Якубович, конечно, подло поступил, но ты проговорился. Все, я как бы выбыл из игры, получается. Ты выбыл из игры. Ребята, но игра еще продолжается. Сутки еще не прошли. Якубович должен еще минимум молчать полчаса. Но я уверен, что он выиграет эти деньги. Ребята, я старался до последнего молчать, но Якубович меня немного подставил, поэтому проиграл. Ты победил, вот, поэтому можешь дождаться полчаса, и деньги твои, можешь разговаривать уже. Ну что, ребят, 24 часа уже прошло, я уже могу начать говорить. Не нужны мне вот эти вот все деньги. За 24 часа я подставил всех своих лучших друзей. Сафика, Вильяма. Не нужны мне эти деньги такой ценой. Ценой подставы своих друзей. Поэтому я думаю, сейчас позову ребят и устроим небольшой сюрприз. Вильям! Сафик, идите сюда! Что? Че? Ну что, типа? Все, я проиграл. Ты выиграл, молодец. Что ты, зачем ты так, ну это, зачем позвал? Ты так подло поступил. В общем, ребят, я не хочу, чтобы деньги вставали между нашей с вами дружбой. Ведь мы с вами уже столько лет знакомы. Поэтому я решил вас сюда позвать, чтобы разделить пополам эти деньги между вами. А эти деньги я заработал нечестным путем, обманув вас. Просто заберите себе эти деньги, я не хочу их трогать, видеть. И на эти деньги ничто нельзя купить ценнее, чем наша с вами дружба. Поэтому забирайте. Они настоящие. Вы меня простите, пожалуйста, друзья. Я так больше никогда не буду подло поступать. Да ладно. Деньги, ребята, реально не стоят того, чтобы потерять из-за них одного из самых лучших друзей детства. Поэтому это далеко не самое главное. Я очень рад, что дружба наша не распалась ради этих $1000. Вот. И победила дружба. Вы согласны, что деньги не главное? Да. Да. И, ребята, не забудьте со своими друзьями не только весело проводить время, но еще играть в War Thunder по первой ссылочке в описании, потому что игра просто пушка. Вот, и посмотрите вот этот вот ролик. Тыкайте прямо вот сюда и посмотрите ролик, который мы сняли нашей командой вместе с друзьями. Тыкай вот сюда, вот, блин.